По углавым картина почти равная. В первом тайме 4 против 5 у гостей. А вот по владению мячом цифры, конечно, на порядок выше у Баварии. 60 против 40%. Такое соотношение соблюдается. И вот начало второго тайма. Смотрите, во что это перерастает. 46-я минута, только-только футболисты вышли на поле. И что творит Маркус Фойлер? Это, кстати, воспитанник Мюнхенской Баварии, и ему, наверное, сам Бог велел в этой встрече отличиться. Но вот чтобы такой гол забить голкиперу сборной Германии, это, конечно, великое свершение. Само по себе нынешней Баварии забить — это поступок с большой буквы. А уж если ты играешь в стане аутсайдера, пусть это сверхпринципиальный для тебя матч, для твоей команды, это вдвойне почетно. Посмотрите, удар вроде бы по центру ворот, но удар с сюрпризом. В самый последний момент перед Нойером мяч виляет в левый от Нойера угол. И голкипер сборной Германии лишь провожает его левой рукой, лишь дотрагивается. Вот тот самый случай, когда близок локоток, да не укусишь. 1-1. После удара Маркуса Фёйлера, игрока, который успел не только в Баварии поиграть,